Кухня. Кухня — это хорошо. Только в данном случае, на мой взгляд, ничего хорошего. Так, ну-ка. Смотри, действительно кухня. Так. 2 августа 1839. Ну, как обычно, почитайте, нажав на паузу, хорошо? В деревню Альш. Я снял номер в мельнице. Единственное, они погибли из-за меня. Так, что дальше? Здесь у нас есть ножик. Вот почему ты не можешь так хуёт швырнуть ножом кому-нибудь в рыло? Масло. Фу, блядь, свиньи. Это что за чан? А, блин. Ну хрен ли ты пальцем-то трогаешь, если... Настойка опиума. Трутниц нигде нет. Это чё, мёртвая свинья? Охереть. Так, это я проверил, если чё прятаться. Так, чё мне с тобой делать-то? У меня вроде нет ничего, чтобы на тебе применить. Давайте отсюда положимся. Да, по-моему, вообще без результата. Давайте бухла добавлю. Эй, хорош. Руки-крюки. Стеклянная банка идеально подходит для кислоты. Так, а где мне ее взять? Вот, трутница. Больше нету. Эй-эй. Понятно. Ну, видимо, сюда потом придем. О, блядь! Блядь, 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 бежим, бежим, бежим! Бежим! Тихо, 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 тихо. Надо было бежать к той дыре. В той дыре-то он меня хрен бы догнал. А, блядь. Ой-ой-ой. Куда я попал, блядь? Ну что за нахер? Ну нахрен в такой играть в 2 часа ночи. Я надеюсь, ребят, вы смотрите ночью в наушниках, чтобы вы могли меня понять. Так. Так, пошел нахер, пошел нахер, пошел нахер. Так. Тут мне гораздо спокойнее. Я как мышь себя уже веду. Не дают мне оружие, так будем себя вести как грызун какой-то позорный. Так, там у нас ничего нет, да? Давайте пойдем сюда.
там мне потрудится. Может, 32 штуки, я их что-то вообще не использую. Так, успокоение. Было. Ну, вроде это был не монстр. Тюремный блок 3. Восхитительно. Хранилище. Там, наверное, я смогу найти банку. Ладно, будь мужиком, бля. Хватит. Блять, бежим. Беги, блять, что ты затормозил-то? Из-за безопасности? Это для его же блага. Давай. Он сейчас уйдет. Успокойся, Артур. Все, спокойно. Блять, что за страшная игра? Блин, он где-то тут. Почему он сразу как чуть что перестает быстро ходить в самый ответственный момент, и ноги у него подкашиваются? Но мне все равно надо туда прибираться. Скоро все будет готово. Подождем. Да хватит твой, блин. Вы мне мешаете. Он сбежал? Где он сейчас? Чё? Ну-ка. Какого хера? Да. Блин, ничего смешного, конечно. Но тем не менее, это было неожиданно. Игра что-то совсем, как говорится, уже в непотребство ушла. Блин, может, с тобой что есть? Ты только, блин, не дергайся, братья. Ничего около тебя нету. Слава богу. Да харе, вот этот меня больше всего напрягает пока в игре. Кто-нибудь! Помогите! Господи, ну как же так? За что? Что я такого сделал? Я не понимаю. Разве я в чем-то виноват? Я не виноват! И зачем только он туда пошел? Нельзя же заходить в горящий дом. Надо было головой думать. Блин, ладно бы это как-то в катсценах показывали, но когда это напрямую влияет на геймплей, я просто не вижу, я могу на врага наткнуться в такой момент. Это, по-моему, просто какой-то, блин, бред. Не надо было так делать. Хотя, в принципе, добавляет сложности. Так, ладно, тут у нас просто, похоже, какая-то комната ныкаться. Что у нас здесь? Еще одна записка. Записки мы любим. Записки раскрывают тайны. Так, читаем как обычно. На паузе. 3 августа 1830. Барон Александр человек своеобразный. Но после захода солнца сказочный Бренненбург становится мрачным. Хорошо. Так, что здесь, больше ничего нет? Да, вообще какая-то тюрьма, это, конечно, не богата на предметы. В предыдущих локациях всяких крупниц просто была куча. Yeah.
У-у-у, блядь. Сука. Не ломай дверь, не надо. Если ты сломаешь дверь, то я что-нибудь... Ой, короче, просто не надо. Не надо, блин, братья, проходи мимо. Я тебе не нужен. Хорошо, хоть тут свет есть. Не так страшно. Блин, ну что ж, блин, я надеюсь, он один там хотя бы ходит. А то если по этим маршрутам курсирует сразу несколько засранцев, то это действительно будет печально. Так, все, да? Как там кто-то в группе ВКонтакте сравнил амнезию с Пэкманом? Блин, молодец, братин, очень в тему. Жаль, что у меня тут нет вишенки, съев которые могу начинать жрать их. О, лестница наверх какая-то. Мухи. Замок в очень плохом состоянии. Нужно его еще ослабить. А, знаете что, наверное? Это, наверное, мы тут яд сейчас возьмем в банку стеклянную, сюда его выльем, да? Видимо, так. Да харе, вы уже достали, ребят. Не выходи наружу. Там слишком опасно. Я все расскажу Габриэле. Сомневаюсь. Убирайте, давайте быстрее. Ну что ж вы делаете-то? Так, а где у нас хранилище? Ого, блин. Блять. Блять, проходи мимо. Лучше вообще не ходи сюда. Не надо. Блин, почему я вечно встреваю в такие передряги? Что ж такое? Уходи. Уходи. Блин, я не буду ничего включать. Кровь пульсирует. На кой хер я вообще сюда ходил? Дверь там закрыта. Все, нет. Приди в себя. Это риск, конечно, большой, что он увидит сейчас мой фонарь. Но, блин, просто уже что-то совсем у него плохо с головой стало. Ну чё мне тут делать-то? Не поддается и не открывается. Зря проходил. Так, давайте, знаете, что сделаю? Маленький этот... Блин, а чё ты не поджигаешься? Давай, братья, приходи в себя помаленьку. Короче, тут у нас тупик был. А вот эта дверь, которая справа, она, видимо, ведет к выходу отсюда. Но сначала нам нужно найти банку, вернуться назад. И только тогда
нас что-то получится. Так, кухня там. Погодите, я тут был. Нет? Нет, не был. Августа 1830. За чаем Александр рассказал мне все. Я сказал, что мне нет дела до могущих. Все хорошо. Что за ведро? Подойдет ведро нам, нет? Нет, ведро нам не подойдет. Так, что по маслу? По маслу. Довольно-таки печально все. О, блядь! Не трогай меня, скотина! Что за жизнь? Да откуда ты тут взялся-то, а? Эй, он... Ты не ту дверь ломаешь. Идиот. Эту дверь не ломай только, пожалуйста. Так, а та дверь у нас, по-моему, была закрыта, да? Может, он ее открыл мне услужливо? Найди ее. Что это за... Хочу пока туда выходить. Сейчас музыка закончится, и все у нас получится. Да, он вынес дверь. Я надеюсь, он не тут где-нибудь за углом. Это было бы печально. Масло хорошо. Так, где банка? Мне нужна банка. Тюремный блок 4. Хранилище туда, значит, нам туда. Так, трутницы, масло. Это хорошо, конечно, все, но мне нужна банка. А вон она стоит. Ладно, давайте порядку все осмотрим. Потом может не быть такой возможности, когда я возьму какой-нибудь скрипт, сработает, и опять будет пересрач. Так, ну и вроде все. А если что, куда спрятаться? Сюда можно вот так вот. Как таракан в щель забиться. Так, ну давай ты влезай. Так, теперь мне весь путь назад надо делать. Это я бы сказал. Просто, ну, очень много. О. Закрой дверь, сука. Я не хочу играть в эту игру, она меня дураком сделает. Но с другой стороны, такую вещь я просто обязан пройти. Я ее еще ни разу не видел. Кто же такой за мной ходит? Муж какой-нибудь задохлик, метр с кепкой, а я его боюсь. Не хочу об этом знать ничего. Ничего знать не хочу. Просто хочу выбраться из этих
катакомб. Так, тут у нас что? Ага, да, это мы вот тут вот отсиживались в прошлый раз. Так, ну да, довольно-таки далеко идти. Тут я прятался. Кухня у нас туда. Хотя мы сейчас, по-моему, просто в другую сторону. Мы в прошлый раз в ту сторону ходили. Так. Ох, блин, быстрее к моей дыре, к моей норе. Отсидеться маленько, собраться с мыслями. Фу, так. У нас есть банка. И у нас есть кислота. И у нас есть замок в плохом состоянии на другом конце карты. И у нас есть хер, который не прочь нами поживиться. Это все очень-очень печально. Вон там у нас кухня. Закрой дверь. И не отсвечивай. Сука, ты сюда что ли идешь? На кой хер ты сюда пришел? Ой, блядь. Блядь, у нас проблемы. У нас проблемы. Тихо. Ну какого хера? Ты ушел, нет? Мать вашу. Ёбаный Пэкман. Уходи. Дверь сломал. Скотина. Ты что-то ушел, нет? Так, по-быстрому. В темпе. Так, давай. Банка с кислотой. О, блядь, опять сюда идет. Опять тут скотина. Или он просто где-то рядом порыгивает. Фух, мне сейчас нужно добежать до своей норы. Моя нора — это моя крепость. Там меня никто не возьмет. Блин, ну музыка спокойно играет, а чё ж он рычит поблизости? Ну спокойно, это, конечно, натяжка. Я не хочу туда идти. Бегом, блядь!